лидер нашего хлеба Николаев Хлеб. Можно называть кучу предприятий и организаций, которые работают здесь и с которыми мы вместе работали. Это наши школы общеобразовательные, их 13. Это 16 лечебных учреждений любой формы собственности, и областной, и городской. Это, извините за выражение, 4 техникума, 2 колледжа, 3 музыкальных школы и так далее, и так далее. И 24 детских дошкольных учреждений. Вот. И это все в Ленинском районе. В Ленинском районе самое главное – это жизнеобеспечение. Это Николаев водоканал, это угол теплокоммунара, это Николаев газ. В Ленинском районе железнодорожный вокзал, в Ленинском районе автовокзал. И извините за выражение, в Ленинском районе то, куда мы последний этот путь продолжаем людей, тоже кладбище. Это все в Ленинском районе. Юрий Александрович, в Ленинском районе коллектив. 41 человек аппаратовой службы. Я очень признателен этому коллективу. Каждый третий магистр. Вдумайтесь, 14 магистров. Каждый пятый из рук мэра получил награду за заслуги перед местом Николаева. То есть эти 9 дипломных лет не зря были проработаны и что-то сделано. Я очень признателен всем здесь сидящим, всем руководителям, коллективу за то, что мы делали. Юрий Александрович, вы выиграли выборы, стали депутатом городского совета. У нас по реестру выборцы здесь, в Ленинском районе, ну, порядка 112 тысяч. Вот я хочу вам пожелать выиграть у этих 112 тысяч звание главы администрации. Светлого неба, вот, всего самого доброго, всего самого светлого, мира, добра, покоя, всех земных благ, вот, Юрий Александрович, всего самого прекрасного всем здесь сидящим. Спасибо за совместную работу, я думаю, что действительно я из города Николаева никуда не уезжаю, вот, будем здесь общаться, работать, всего доброго. И в советских органах, и хозяйственных. Я честно скажу, что всегда он его отличало, вот, с одной стороны, порядочность, а с другой стороны, ну, такой напор и целеустремленный. И я думаю, что он себя еще, он не засидится на пенсии, даю слово, и вот он найдет себя еще и применение своих сил и своей энергии найдет. Я сегодня хотел бы, пользуясь тем, что перед вами стою, пожелать всем руководителям района Ленинского, чтобы вы добра какой-то определенной, ну, стабильности, то, о чем и мэр говорил, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. И вот сегодня новый руководитель Юрий Исаевич Гранатуров, мы с ним 5 лет поработали вместе через стенку, буквально в исполкоме, и у него в дополнение к тому, что был Анатолий Николаевич, у него есть тоже самый прекрасный, во-первых, несмотря на его еще относительно меня и мэра, достаточно юный возраст, у него есть опыт, у него есть энергия, у него есть желание работать.
И самое большое, что я вам скажу, вот я вижу депутата районного совета, здесь присутствует представитель Ленинского района. С нашей стороны мы всегда поддерживаем Юрия Исаевича и как депутата, и как человека, как товарища. И будем оказывать максимальную помощь Ленинскому району. И потому что это Ленинский район, мэр правильно сказал, мы не допустим, наше поколение, я думаю, не допустит ни переименования, ни изнущения над историей нашей. И с другой стороны, потому что Юрий Исаевич, наш товарищ, пришел сюда и сегодня будет руководить. Я думаю, у него все получится и получится у вас. Еще раз добра, наступающим праздником вам. Всего самого-самого. Есть какие-то вопросы, может быть, ко мне, Владимиру Ивановичу, Юрию Исаевичу? Ясно, понятно? Пожалуйста, Глядя в зал, я чувствую себя абсолютно спокойно и уверенно. Все абсолютно знакомые лица, мои коллеги с юности, сидят руководители учебных заведений, сидят руководители правоохранительных органов, с которыми мы нормально сотрудничали и профессионально всегда работали. Сидят главврачи, которых я знаю каждого лично. Сидит руководители наших коммунальных служб. Сидят мои ученики. Вот Дима Гончарук, мой ученик, выпускник, директор сегодня серьезного предприятия «Чистые штыки». Сидят представители СМИ. Мы все друг друга знаем. Мы живем в одном городе. Мы очень долго и много сотрудничаем. Жизнь такая штука, вот, в которой ничего постоянного не бывает, но всегда должны, как Владимир Ильич говорит, оставаться две вещи – профессионализм и порядочность по отношению к друг другу. Поэтому я хочу сказать коллективу, абсолютно спокойно работайте. Ну, спасибо за кредит. Задумки. Директора школ поручили мне сказать, что мы верим в вас, и мы знаем, что это вам по плечу. Потому я от имени всех руководителей школы, это мои присутствующие здесь людей, поздравляю вас и желаю вам успеха, благополучия и здоровья. Это первая гимназия, моя учительница математики, когда я руководил ее в учебном заведении. Все ясно, все понятно. Большое спасибо за то, что вы пришли.